Ну и продолжаем тему коммунальную. Тракторы, грейдеры и комбинированные уборочные машины. На Советской площади в Ярославле прошел городской смотр спецтехники. Насколько регион технически готов к зиме, вместе с делегацией правительства области оценила моя коллега Юлия Михайловичева. Октябрь приносит все больше холода и заливает регион дождями. Отопительный сезон уже наступил. Те же, до кого тепло еще не дошло, согреваются теплыми пледами и горячим чаем. Другими словами, зима близко. Помнит об этом и региональная служба ЖКХ. Специализированная техника для уборки снега, расчистки и обработки дорог уже принимает боевую готовность. В принципе, техника, которая необходима на сегодняшний день для уборки города, она есть, ее достаточно. То есть сейчас параллельно с этим ведутся заготовки песчано-соляной смеси, мраморной крошки, просто соли, химических реагентов, необходимых для содержания города в должном виде, в котором город должен содержаться. В смотре техники принимают участие предприятия коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. На Советскую площадь вывели около 250 единиц техники. Ее состояние оценил и председатель правительства области Дмитрий Степаненко. Можно констатировать также факт, что техника готова к зимнему периоду и к отопительному сезону. Техника вся в хорошем состоянии, и город, и область к зиме, можно сказать, готовы. Основная задача смотра – продемонстрировать работу сферы ЖКХ. По словам специалистов, сейчас региональная база готова к зиме на 95%. Юлия Михайловичева, Сергей Мазилов. День в событиях.